Будущее леса в наших руках. 17 сентября любой желающий может принять участие в акции по посадке деревьев «Наш лес, посади свое дерево». Общими усилиями планируется посадить более 25 тысяч саженцев и сеянцев. Так постепенно на смену лесу, пораженному жуком-короедом, приходит молодая и здоровая зелень. Все эти леса, которые после поражения жуком-типографом выпиливаются, восстанавливаются. То есть у нас сейчас процент выпиливания лесов меньше, чем процент восстановления. Мы превысили объемы высадки саженцев. Организаторы ожидают, что участниками акции станут порядка 3500 человек. Они будут обеспечены необходимым инвентарем. Сейчас ведется подготовка площадок, где пройдет посадка деревьев. Основные, самые крупные, расположены в сельском поселении Огудневское, недалеко от деревни Костыши, и городском поселении Фрианово, вблизи деревни Горбуны. Для акции подготовлена почва на площадях, произведена напашка под посадку лесных культур, приобретен раздаточный материал. Участок в Огуневском площадью 1,7 гектара немного заводнен из-за прошедших дождей. Работы по откачке воды уже ведутся. Кроме того, организаторы позаботились о создании на мероприятии соответствующей праздничной атмосферы. Будет музыкальное озвучивание этой самой, будут мощные колонки стоять сегодня, и люди будут работать под музыку, как раньше в советское время. Дружно, с музыкой, с песнями, и пойдем как бы в атаку. Во Фрианове площадка несколько больше, почти 4 гектара. Здесь также ведется подготовка и будет чем порадовать участников акции. Будет площадка для выступления наших приглашенных лиц, будет полевая кухня, порядка на 500 с лишним человек, будут предоставлены кулеры с водой, будет все украшено, музыкальное сопровождение, так, чтобы люди почувствовали, что это не просто отбытие какой-то трудовой повинности, а это прежде всего наш жест и наш вклад в то, чтобы наши дети видели и знали, что такое чистые, красивые леса. И, пожалуй, главное не только в какой атмосфере высаживаются деревья, но и то, что лес преображается, и посадить свое дерево, внести вклад в возрождение легких Подмосковья может каждый. Уважаемые жители Щелковского района! Мы вас очень любим, мы хотим, чтобы вы приняли участие в этой акции. Это здорово, когда мы вместе создаем наш новый зеленый мир. Дарья Заснегова, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».